даже после зарядки. То есть батарея сдохла окончательно, никуда не годится. Можно, конечно, было ее выбросить и другую купить. Я же решил решить эту проблему радикально. Вообще выбросить батарейные элементы и вместо них подсоединиться к 12-вольтовой автомобильной батарее. Контакты обозначены уже, здесь вот у нас плюс, а здесь минус, вот прямо на корпусе отлито. Поэтому ясно, куда подсоединять плюс и минус. Вот этот красный провод соответствует плюсу, а вот этот минусовой контакт минусу, черный подходит. Так, удаляем все лишнее, то есть все практически. Оставляем только контактную группу. Так, вот удалось оторвать элемент. Вот контакт, теперь надо все это облагородить. Так, вот я приготовил провод сечением каждого 2,5 квадрата. Два провода. Теперь осталось только закрепить в этом положении. Чтобы закрепить, я использую клеевой пистолет. Так,
Так, пусть пока подсыхает. А я в это время второй конец, где сделаю крокодильчики. Так, с крокодильчиками все. Теперь собрать все это хозяйство. Полно закрепилось. Паяльником проправляю отверстие для провода. С помощью изоленты такой буртик сделаю, чтобы провод не выскакивал через это отверстие, не натягивался на контакт.
Так, ну вот и все. Переходник готов. Итак, как раз у меня сохранился один старый аккумулятор, который уже плохо крутит. Вот как раз я его и буду использовать. Минус, плюс. Ну-ка попробуем, как он насчет, да, полностью работает. Отлично. Сила, как видите, очень мощная. Сила тока, что запросто трещотка срабатывает. На пятерке даже, вот. Пятерка у нас. Он запросто прокручивает. Ну вот и все. Вся моя переделка шуруповерта. Из дохлого сделал вечный. Спасибо за внимание. До свидания.